когда еще был маленький, парады проводились в любом даже провинциальном городке, демонстрации, отец меня брал с собой, и когда уже более понятно стало, что у меня и отец воевал, и дед воевал по линии мамы, соответственно, я уже как-то сам задавал вопросы, ну, больше интерес оставлял в том, что, ну, это история, история семьи, соответственно, мне это было достаточно интересно. Если взять отца, я всегда был горд за него, все регалии, которые он получил, участвуя в Великой Отечественной войне, значит, ну, ведя за руку и видя это все на груди, я всегда гордился этим. Не каждый ветеран, в общем-то, сегодня ждет к себе домой в гости представителей власти или общественности. Ему важно именно внимание. Подарив телевизор, это такой момент, ну, дань уважения. А вообще-то, вот, мое личное мнение, это внимание должно быть выражено, ну, скажем так, в ежедневном таком подходе, каких-то программных мероприятиях, мероприятиях социальных. Когда открыли архивы военкомата Министерства обороны, значит, вот мой племянник нашел это все через интернет. Мой дед, значит, он похоронен в братской могиле в Невельском районе. Местные власти мне помогли установить стелу всем абсолютно, кто захоронен по документам в этой братской могиле. Надеюсь, что и в этом году смогу принять участие. К сожалению, не могу найти фотографию деда, потому что он воевал в Великих Луках, это Псковщина. Он погиб в 43-м году. С фотографии отца уже пойдет мой сын. Страну всегда должно что-то объединять. Вот когда трудно становится, ну, не дай бог, конечно, война, вот этот объединительный процесс должен идти не просто там кого-то куда-то загонять, а именно как это было в 41-м году. Шел старый млад, еще не было 18 лет, а многие уже и воевали, и хотели идти воевать. Ну, это святой праздник, он и поныне, я считаю, его самым великим праздником, который есть только у нас в России. Этот праздник на крови, этот праздник завоевали наши деды, прадеды. Задача сегодняшнего общества – это работа, это экономика, это развитие территорий. Ну, всем абсолютно гражданам и, в первую очередь, ветеранам, участникам тыла, мира, добра и благополучия.